После жалоб горожан на новой развязке в Алматы снова появился пешеходный переход. Изменилась там и схема движения. Навстречу возмущенным жителям чиновники пошли из-за широкого общественного резонанса. Старт движению по этой развязке дали около недели назад. Тогда же закрыли и наземный пешеходный переход. Теперь его запустили вновь и даже включили светофор. Но только в тестовом режиме до конца января. Накануне люди жаловались. Улицу, по которой они ходили 15 лет, закрыли. Исчезновение пешеходного перехода привело к тому, что жителям приходилось перебегать оживленную дорогу. По их словам, недавно под машину попали 3 женщины. Эту развязку строили около 3 лет с перерывом почти в год из-за судов между подрядными компаниями и прежними владельцами земельных участков.